В 2022 году в Сочи вступили в силу новые правила благоустройства и санитарного содержания, в том числе контролирующие деятельность хозяйствующих субъектов. По поручению главы города разработан единый дизайн-код, который определяет принципы развития городской среды. Решения по художественному проектированию внешнего облика и цветовой гаммы фасадов зданий, рекламных и информационных конструкций на курорте подлежат согласованию в городском департаменте архитектуры и градостроительства. В новой редакции документа сохранилась 10-метровая прилегающая территория, входящая в зону ответственности предпринимателей, за благоустройством и санитарным состоянием которой они обязаны следить. Основная позиция – это только благоустройство и санитарный порядок. Ежедневно наши уборщики предприятия, которые занимаются санитарным содержанием, приводят все в соответствие. Поэтому основная задача – сделать так, чтобы у нас был просто порядок и чистота. В городе удалось сохранить темпы развития и при пандемии, и при давлении антироссийских санкций. Благодаря тесному сотрудничеству с администрацией города, сочинский бизнес формирует современный облик главного курорта страны. Неотъемлемая часть должна быть любого города, единые архитектурные требования, единая архитектурная политика, требования к внешнему виду, потому что, безусловно, из этого складывается общее впечатление и города, места, и это, безусловно, влияет на туристический поток в наш город. По поручению главы на этой неделе во всех внутригородских районах курорта дополнительно проведут мониторинг на предмет соблюдения объектами правил благоустройства. Будет также проведена разъяснительная работа и поддержка по разработке оформления точек согласно дизайн-кода.